И Чингиз Ахматов тебе говорит, задай мне, говорит, вот самый жесткий вопрос задай мне, он говорит, который там. Поэтому свяжись со мной, давай я тебе понакидаю вопросов, которые стоит задать Чингизу Ахматову. Я тебе обещаю, Джамбетов, вообще я ругать тебя не буду. Просто спрошу тебя. До сих пор, находясь в Украине, в Европе, на различных митингах, там сходках и так далее, он всегда очень сильно ругал Россию. Россия отдельным пунктом всегда шла, как враг, там, газкий, там, русский. Постоянно была вот эта вот тема. А сейчас Джамбетов, оказавшись в Чечне, в оккупированной той самой России, Чечне, конечно, он теперь уже не упоминает Россию, она перестала быть врагом. В общем, Джамбетов, я видел твое видео, я его, правда, полностью не посмотрел, оно слишком длинное, 40 с лишним минут, не было времени. Там, где ты общаешься с Чингизом Ахматовым, типа, и Чингиз Ахматов тебе говорит, задай мне, говорит, вот самый жесткий вопрос, задай мне, он говорит, который там. И ты не задаешь ему, конечно же, никакого жесткого вопроса. И может быть, у тебя нет этих жестких вопросов. И судя по тому, что ты до этого, о чем ты здесь говорил, у тебя, в принципе, и не будет, я думаю, этих вопросов. Поэтому свяжись со мной, давай я тебе понакидаю вопросов, которые стоит задать Чингизу Ахматову, поговорить с ним. Да и к тебе есть немало вопросов по поводу твоего перехода, по поводу того, что ты сейчас говоришь. Вообще, по поводу твоей вот этой идеи фикс объединить чеченцев, есть много интересных вопросов. Свяжись. Давай я позадаю тебе вопросов, понакидаю тебе вопросов для того, чтобы задать Чингизу Ахматову. Выйди на связь. Тумсо, так ласково, свяжись со мной, откуда столько смелости у них? А почему нет? В чем проблема? Чего им бояться? Чего бояться, допустим, этому же Хусейну Джамбетову? Что с ним будет? Что он может сказать такого в разговоре со мной, что его как-то скомпрометирует, допустим, перед кадыровцами? Что он не говорил? Просто это человек, который столько всего говорил, и раз это не явилось для них проблемой, я не думаю, что-то он может сказать в разговоре со мной, чтобы его скомпрометировало. Ну, разве что, если он, конечно, начнет их там ругать. Конечно, в этом плане, но я убежден, что он никогда их не начнет ругать. Вот нет у меня почему-то никаких надежд даже на это. Да и я не собираюсь никого ругать. У меня просто есть, ну, вопросы. Реально, просто вопросы. Я тебе обещаю, Джамбетов, вообще я ругать тебя не буду. Просто спрошу тебя. Бывший Гурон. Говорят, Хусейн прошел обряд посвящения в кадыровцы. Теперь он достойный брат Багарбо. Я не буду это комментировать. Это не ко мне. Так, ладно. Все, давайте на этом мы завершаем. Даст Аллах, увидимся с вами через неделю, в воскресенье в это же время. Иншаллах. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.